Добрый вечер вам из Венгрии. О, ученые мужи, поясните, на кого работает пропаганда Семина и стоит ли опасаться последствий роста числа адептов? Пропаганда Семина работает, у него действительно живая аудитория, мы это видели на дебатах с ВАТО. Пропаганда в принципе работает, опасаться стоит. И стоит понимать, как пропаганда работает. Вот у нас есть тема, по которой я много выступаю на своих стримах. Меня часто обвиняют в том, что я использую какие-то популистические инструменты. Популизм необходим. Если вы не будете пользоваться популизмом, вы просто оставляете его на откуп Семину, на откуп Вестнику Бури, на откуп Путину и ставите себя в менее выгодное положение, ставите в менее выгодное положение идеи здорового человека. Безусловно, Семин как пропагандист намного сильнее, чем Вестник Бури. Вестник Бури, ну, конечно, нет, да. Ну, Вестник Бури просто глупенький. Вот, Семин это, безусловно, очень, ну, такой сильный. Ну, другое дело, что завтра сделаю стрим, и я уже анонсировал, собираюсь как раз разобрать одно видео Семина. Это будет интересно. Ну, как мне кажется, может быть, и нет. А вот, там очень интересно. Я его посмотрел внимательно так, с карандашиком и записывал. Очень много интересного. Пропаганда Семина работает на людей, которые его смотрят, на людей, которых школьное государственное образование не позволило развить критическое мышление, на людей с определенными ошибками мышления. Пропаганда Семина, она сводится к тому, что посмотрите вот на этих уродов. Да, Он работает на страхах. Ну, наверное, но все-таки так поверхностно, да, основная его идея – посмотрите на этих уродов, и действительно этим уродам невозможно сочувствовать. Когда он показывает вот этот цирк, да, который, значит, у нас называется элита, действительно сочувствовать им совершенно невозможно. И можно посочувствовать всем, кто выступает против них, ну, потому что, это просто какие-то карикатурные персонажи. Да, что касается страхов, наверное, я об этом не думал, на самом деле. Нет, он работает на страхах, и когда он говорит, вот, когда он приводит в пример эти карикатуры, да, всегда нужно разделять критику и позитивную программу. Да, критиковать очень легко. Критиковать можно с самых разных позиций. Понятно. Смотрите, какие предложения выдвигаются по решению явлений, которые критикуются. И это то, с чем я пытаюсь бороться на своем канале. Всегда нужно смотреть... Вот мы сегодня много говорили про экономические стимулы. Всегда нужно смотреть не на то, что говорят, не те цели, которые ставятся, а те методы, которые используются. И когда вы будете обращать внимание на методы, а не на цели, вы гораздо лучше будете разбираться в явлениях вас окружающих и гораздо меньше вестись на пропаганду Семина. Потому что как раз все те методы, которые Семин предлагает и которые предлагают современные левые, это методы, которые приводят к результатам, которые мы сегодня пытаемся оставить позади и пережить. Это методы усугубления власти государства, усугубления перераспределения средств и, как результат, обнищания населения. Нет, я с этим не спорю, да. Так, Михаил, может наставить Навального на путь истины? Хвалебные речи Сандерсу, открытого коммуниста и сторонника самых прогрессивных идей – это отстой. Я периодически разговариваю, да. Я когда увидел этот самый твит вот в поддержку Берни Сандерса, я, значит, их запостил у себя на страничке и подписал, можно ли сильнее себя разоблачить Родион Романович. На самом деле, да, проблема Навального в том, что у него нету какой-то идеологической подложки, которая позволяет ему занимать, в общем, все позиции и чувствовать себя комфортно. Это его сильная сторона, и это его слабая сторона. Слабая она... Ее слабость проявится, когда у него в руках появится какая-то власть, потому что, ну, конечно, не дай бог, чтобы в России появился политик, который считает Берни Сандерса успешным политиком. Вообще, надо сказать, что популизм, ну, нам кажется, что популизм – это такой вот меч-кладенец. Но если мы смотрим, за кого голосуют люди, в конечном счете за таких чистых популистов люди, ну, в общем, голосуют довольно редко. В конечном счете люди предпочитают голосовать за тех, у кого есть хоть какая-то определенная позиция, хоть по какому-то вопросу. Нет, популизм... мне кажется, мы разные определения популизма используем. Популизм – это метод. Метод коммуникации с аудиторией, метод донесения информации. Больше ничто. То есть популист – это не человек, который лишен позиции. Популист – это человек, который воспринимает чаяния избирателей, если угодно, как легитимные и на них реагируют. И вот этого очень не хватает людям, обладающим экспертизой, потому что зачастую экспертиза, она такую пелену на глаза кладет, где тебе кажется, что ты знаешь правильный ответ, а люди, которые не согласны, или люди, которые высказывают какие-то свои опасения, связанные с этим, они просто не правы. Вот люди правы всегда. И популизм – это позиция, когда ты считаешь, когда ты принимаешь правоту людей, но начинаешь с ней работать. И работать с ней можно по-разному. Можно быть ей ведомым, а можно использовать этот запрос для того, чтобы предлагать какие-то ответы. И популизм здорового человека – это
воспринимать запрос как легитимный, но предлагать свой ответ на него, а не просто реагировать на раздражители. Ну окей, я здесь не буду спорить, это не моя тема, что называется. Не... Ну я об этом много всего на канале говорю. Окей, окей. Так. You have one old message. Tuesday, 5:48 a.m.